В Мирнинском районе на днях работала правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главная тема – подготовка Алмазного края к пожароопасному сезону. О чем говорили в администрации, чтобы не повторить печальный опыт лесных пожаров прошлых лет, узнавала Иванна Филиппова. В Мирнинском районе прошедший год выдался непростым. Было зарегистрировано 9 лесных пожаров. Два из них перешли в категорию крупных. Общий ущерб составил около 27 миллионов рублей. Площадь пожаров, значит, пройдены 5600 гектаров. В принципе, эти пожары были в основном от грозовых разрядов, но мы фиксировали 6 случаев появления очагов пожаров от поджога. Мирнинский район готов к пожароопасному сезону. Об этом заявил первый заместитель главы района Дмитрий Ситнянский на выездном заседании правительственной комиссии. Также он подчеркнул, что южная часть территории района вблизи села Тасюрях наиболее подвержена пожарам. В прошлом году именно там произошло крупное возгорание лесного массива. О готовности к пожароопасному сезону доложили и главы муниципалитетов. Обсудили подготовку сил и средств. Сегодня во всех поселениях будут дополнительно закуплены первичные средства пожаротушения. Обговорили, чтобы все-таки ДДС муниципальных образований установили у себя программное обеспечение для того, чтобы видеть по космомониторингу термоточки. Это позволяет быстро и оперативно реагировать. Районным службам поручено обеспечить меры безопасности, используя муниципальный ресурс, вплоть до применения самолетов. Главная задача перед ними – ликвидировать лесные пожары на начальном этапе. Только в начальной стадии мы можем тушить своими силами лесные пожары. И поэтому обращаем очень серьезное внимание на проведение мониторинга. Будут проведены рейдовые мероприятия. По прогнозам, в западной части республики ожидается засушливое лето без осадков. Самые опасные периоды – май и июнь. Насколько безопасным станет это лето, покажет время и сознательность любителей отдохнуть на природе. Иванна Филиппова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».